Доброе утро, друзья. Мама Настя ойлит. Вы слышите, как она стрекочет, как кузнечик. Она такая большая, но до сих пор пьет молоко. Мама Настя разлеглась. И тут везде все молоко, знаете где все молоко выпит. Вот уж жужелица. И Настя все позволяет любимой дочке. Вряд ли в дикой природе можно увидеть, как медвежонок пьет молоко. Видите, постоянно. Скажи, мама, все? Точно нигде ничего не осталось больше? Наелась? Настя такая, все, хватит. Да? Настя, ты прям мама-мама. Молодец. А Юрик ходит. У всех завтрак. Но ночью был дождь. И моего с верблюжонком пока что в домике. Только осло-зебрик наш стоит, скучает. Нету, да, Маргоши? Телеграф. Бизоны разлеглись. Ну, придем попозже. Мало ли не будет дождичка. Их выпустят. С любовью, Стояна.